Мы находимся на Рыжкановке. Это парк афганцев. Ждем, чтобы перейти дорогу. Мы же порядочные, законовоспитанные граждане, законопослушные. Слева у нас находится Молтедком банк. Перед ним строится новое здание. Премьер дала добро. Люди были против, собирали подписи, но это не помогло. Деньги решают все, мнение народа – ничто. И вот он перед нами, новую мусорку здесь установили. Пока что она еще вся запечатана, видите, в клеенке. Вот. Ну, хоть что-то новенькое для города. Так, перекресток. Магазин Блинелло, парк афганцев. Тут продается одежда от фирмы Юлос. Люди стараются выживать, торгуют всем, что имеют. И спереди находится мемориал у парка афганцев. Мемориал погибшим молдаванам, которые воевали на афганской войне. На улице продаются цветы. Смотрите, какие красивые цветочки. Простите, опять же, тут то яма, то канава. Только и смотрите, чтобы ноги не поломать. Хорошо. Хорошо. Хорошо, что ноги у меня крепкие, не подверну. Вот. Сигареты продаются открыто. Молдавия занимает первое место по числу курящих. Да. И как таковой борьбы с этим нету. Московский проспект.